Эгегей! Привет, друзья! Сегодня мы наконец-то дождались лейтенанта Ивановича Хаммермена. И сегодня, в общем, с вами попробуем что-то поваять. Конечно же, проведем операцию. И я думаю, если время останется, я что-нибудь расскажу интересненькое обязательно. Ну, в общем, для начала надо забрать звездочки. Я сейчас посмотрю. Перфекционист, разруши 300 статуй. Вот это я понимаю, мужчина. Теперь 3000. О, и 3000 камешков. Ну да, руш не хочу называется. Ну да ладно. В общем, всем приятного дня. У нас сегодня знаменательный день. Значит, нас ожидает Хаммермен Иванович. 10 часов еще он нас будет ожидать, поэтому как бы времени в навал. Расскажу сегодня что-нибудь интересненькое обязательно. Только для тех, кто подписался на мой канал и поставил лайк, только для них. Остальные в пролете. Поэтому подписывайтесь и узнаете что-нибудь интересное. А может, не узнаете. Но тоже хорошо. Так, сейчас по-быстренькому, значит, наверное, добью вот эту вот штуковинку, чтобы вам было интересно меня смотреть. Ну и, в общем, наверное, это... Вот, честно, вот ее могут добить 4 человека, которые остались. Легко могут добить. И я мог бы добить вот эту вот. Ну, не факт, конечно, что прям вот добил бы. Но я бы постарался. Мне бы, конечно, одного бы человечка, который бы расчистил бы вот эту вот плантацию, вот это вот только бы убрал. Я здесь бы по краешку пошел, здесь бы чуть-чуть подпитался. Вот тут вот. И зашел бы с попца вот отсюда. И... А на ловца и зверя бежит. Тут бы обстрелял вот это и, возможно, бы даже победил. Ну, ладно. Не стоит надеяться на данных товарищей. Сарук. Рекомендую обратить внимание на данных товарищей. Но, честно, Кисмаэс, давай, она под моей личной защитой. Пока ее не трогаем. Пока. Вот. Но если она будет себя вести подобным образом, все равно ее пока не трогаем. Она же женский персонал. Единственный представитель слабого пола в нашем дружном коллективе. Поэтому... Она будет, как мне сказал один из наших подписчиков, ой, господи, подписчиков, соклановцев, сказал, она у нас талисман. А талисманы, как говорится, гнать нельзя. Поэтому, в общем, погнали. Погнали, сейчас немножечко подразведаем так, чтобы я немножечко в голове скооперировал атаку. Ну, в принципе, атака простая до слез. Любой мог бы ее... провести, в принципе, ничего здесь сложного я не вижу. Просто ничего сложного не вижу. Значит, кучкуем танки, помним, да, и тут же в краюшку высаживаем пацанов. Даже не заморачиваемся на все эти сооружения, идем просто дальше. Просто идем дальше, никого не трогая, не теряя время, потому что зачем нам терять время, когда можно вот сделать вот так. Вот так вот, просто идем и прикрываем всех. Это чтобы, в общем, медики не тупили и не... налечивали друг дружку, пока, то есть, идем вот так вот. Пока идем вот так вот и вот сюда. И вот сюда снова прикрываем медикаментов наших, которые там продолжают тупить. Видите, приколюх, все равно побежали. Ох, бежим, бежим, ребятки, бежим, бежим. Тяжело, пока танки не получают урона, тяжело будет руководить медикаментозной службой. Ну вот, вроде бы и началось. Началось наше атачное шествие. Кидаем шок, потому что там сейчас у нас опасная ситуация. И контролируем этот вопрос. Контролируем. Главное не пропустить время, когда надо бросать следующий шок, чтобы у нас все было чинно. Если честно, все очень просто. Я не знаю, почему ее не добили. Она мега простая, просто мега простая, как, не знаю, дважды два. Сейчас мы немножечко подзачистим здесь, вот прям капелюшечку. Главное, чтобы бумпушка не доставала до нас. И вот сюда всех подвинем, потому что там она уже нас будет доставать. Так, продолжаем наше победоносное шествие. И все, осталось просто теперь делу время, как говорится, потехи час. Я думаю сделать вот так, и вот так, и вот так. Это поможет, хотя не факт, наверное, может быть, было бы лучше как-то, не знаю, пострелять из-за обстрелов. Ну, неважно. В общем, сам факт того, что там уже осталось совсем чуть-чуточки. Совсем. И мы победим, и будет всем хорошо. Вот и все. Я не знаю, почему ее не добили раньше. Просто не знаю, почему. Я все-таки надеюсь, что товарищи вчетвером осилят нашу последнюю базульку, потому что будет обидно. Вот.
Шиповида даже никого не потерял. Хотя деньги девать некуда. Ох, ребят, знали бы, что я для вас приготовил. В общем, короче, сейчас будем отбиваться от Хаммермена. Отбиваться будем от Хаммермена. Денег у нас достаточно, целых 2,5 миллиона. Тут сам факт того, что товарищ Хаммермен уже на протяжении длительного срока очень долго меня, короче, прям нагибатора делает. Прям вот очень долго. Я не знаю, как только я там не кумекал, чтобы вот его остановить. Ну, максимум, это я что мог, это 4. 4 я останавливал Хаммермена. 4 останавливал. Все, дальше как вот я не знаю. В общем, никак. Вот хоть убей. Хоть убей, никак. Вот начинает аж лагать от количества воинов, которые высаживает товарищ Хаммермен. Просто лагает аж. А когда начинают идти там гренадеры, начинают идти медики и танки, то все, там мама не горюй, что я вам вообще рассказываю. Все, по-моему, прекрасно знают, что это такое. Вот мы подбираемся, вот уже нас написали всякие гадости, и сейчас будет немножечко сложнее, но мы выстоим, я уверен. Я верю в чудеса, верю в нас, и хотя не факт. Я смотрю, что тут гренадерчики, и они так четенько вышли. И что-то накидывают прям так смачное. Поэтому я уже сейчас задумываюсь, а действительно получится ли? Потому что медики плюс гренадеры — это страшный коллектив. Просто страшный коллектив. Ты глянь, что творят испанцы, а? А мы танцуем лезгинку в оранжевых ботинках. Ой-ой-ой-ой. Не выстояли, не выстояли. Окей. Ну тут как бы мое упущение. Штаб был, в общем, вот тут. Теперь мы знаем, что у нас будут гренадеры. Штаб мы переносим вот сюда. Штабы переносим вот сюда. Так, значит, что еще сделаем? Здесь немножечко подшифутиним. Немножечко подшифутиним. И, в принципе, наверное, надо как-то вот мины как-то вот так вот скооперировать, чтобы... А, ну и мы же помним, что здесь сразу пойдут гриники. А если пойдут сразу гриники, то надо их тормозить. А гриники боятся у нас одного. Гриники боятся ракет. А так как они будут первые, мы сейчас посмотрим, что из этого получится. Я буду сейчас вместе с вами. Вот примерно это у нас и получилось. То, что я хотел. А может быть корова? Ну нет, сейчас я доработаю. Я понял, в чем мой косяк. Я понял. Надо, в общем, чуть-чуть помощнее наступательную базу, чтобы гренадеров первым делом смесили. Первым делом снести гренадеров. Просто первым делом. Я сейчас все ракетницы перекидаю туда. И тогда, возможно, мы снесем гренадерчиков, потому что это основная вот та масса, которая, видите, осталась. То есть нам надо их остановить. Как остановить гренадеров? Сейчас я продемонстрирую. В общем, это было, я помню, когда. Когда меня, в общем, жеманули пацаны. Пацаны меня жеманули у доктора Ти. Я, в общем... Ты так лоханулся. Я, короче, вообще что там исполнил. Просто, это я не знаю, ни пером описать, ничем остальным. В общем, я взял и подставился под шоки. Под шоки подставился и не мог отступить. Представляете, тупо не мог отступить. По той простой причине, что шоки меня тормозили. Я ничего не мог сделать. Ничего не мог сделать. Просто стоял как дурмалай и все. И ничего не мог сделать. Так. Примерно на такое расстояние мы сейчас оттянем наши ракетницы. Так. Здесь, здесь. Так. И вот так. Вот так. Раз, два. Так, вроде все побережье мы захватили. А здесь немножечко все-таки подстрахуемся, чтобы быть уверенным на 100%, что все-таки у нас получится. И тут немножечко подставим, в общем, мы пух. Все. Пух. Ну, с Богом. О-о-о-о! Сейчас, значит, главное... Так-так-так. Ой, не, замедлил. Надо... Наоборот. Вот так вот мы и дружим с товарищами-медиками. Вот так мы и дружим. Ой, да вы гляньте, это, по-моему, сейчас вы видели, да, что произошло? Я сейчас сам в шоке. Звезда в шоке. Вот это движничок. Прям вообще в легкую.
вообще в легкую. Я сейчас, знаете, что, наверное, сделаю? На следующем этапе, уж так, если так, так пошел расклад, что, может быть, весь это секрет Хаммермена в том, чтобы делать его вот так вот, то, может быть, просто надо все силы сюда подтянуть и все. Может быть, тогда так будет четко, то есть тупо не давать ему высадиться. Тупо не давать высадиться. Все. Какая проблема? Какие причины вообще? Какие могут быть следствия или еще что-то? Давайте попробуем именно такую position secure, скажем так, сделать. И вдруг у нас получится чудо, и мы победим наконец-то, и мы выстоим все волны от Хаммермана, и понесло. Остапа понесло. Так, статуи, кстати, бесполезны в этом деле, то есть они от них проку никакого, то есть они не защищают вас ничего, их никто не обходит там каким-то тяжелым макаром, поэтому, в общем, их можно расставить как, в общем, по кайфу. Можно прикрыть даже вот так вот. Ну все, давайте пробовать. Кто у нас там? Танки, робот-медики, то есть и молото-пацаны. Ну давай. Вот так. Молото-пацаны — это плохо. Молото-пацаны пошли отрабатывать. На молото-пацанов надо огонь. Надо огонь на молото-пацанов, тогда будет все здорово. Тогда молото-пацаны складутся. Ну, в принципе, по-моему, и так неплохо. Смотрите. Снесли только одну эту. В принципе, у товарища больше ничего-то и нету. Остались... Ах, нет. Если бы... Я сейчас, если мы сольем, то я немножечко переиграюсь. Потому что надо бы, конечно же, огнеметики здесь почистить. Почистить огнеметами. Вот сейчас бы, конечно, бы хорошо, если бы стреляли по пехоте. Вот было бы здорово, если бы сейчас пехота просто в приоритете. Ее очень много. А там эти танки добьют, я думаю, и так. И без... Ой, пехоты просто вагон. Вагон пехоты какой-то, я не знаю. А ей вообще фиолетово. Смотрите, просто она бежит, и ей фиолетово все. Вот сейчас они подрываются. Вот, давай, подрывайся. Вот, пошли жарить пехоту, пошли. Отлично, что у нас, смотрите, как у нас хорошо отрабатывает огнемет. Просто мастер-фломастер какой-то. Я не знаю, что там происходит. Спасибо, что Хаммерман не применяет к своим каким-то талантом еще и, то есть, какие-то, знаете, тактические эти, там, дым, там, еще вот это. Если бы это еще применялось, я вообще не знаю, что бы мы тут делали. Мы бы, наверное, просто сидели бы и на этом конец. Просто с таким количеством войск, ну, как бы они движутся, но вроде бы умирают. Движутся, но умирают. А пока у меня даже, ну, наверное, процентов 70 базы есть. Я прям надеюсь, что это, ну, потому... Наверное, нет, конечно, не выстоит, потому что там осталось-то несчастных каких-то две этих, а у него еще почти полный состав танков и очень много пехоты. Очень много пехоты. Я перекрою сейчас немножечко базу, потому что мы теперь знаем, что... А видите, перед тем, как взорваться, база набухает, как шарик. В принципе, да, слил я, конечно, но неплохо, то есть неплохо тормознулся. Прям-таки вообще неплохо. Вот. Давайте, отрабатывайте, ребятулечки. Чем больше, тем лучше. Так, немножечко оттянулось, пацанов. Давай, стреляй. Ну, в принципе, все, что можно уже этот. В принципе, я вам скажу. Сейчас я перекрою базу под создавшуюся ситуацию. А создавшая ситуация у нас следующая. Это, значит... Вот так, этих отсюда долой прочь. Одну, в общем, мы бомбушку закинем вот сюда, потому что она здесь нужнее. И еще, наверное, одну бомбушку мы закинем тоже где-нибудь вот сюда. Все огнеметы, которые у нас есть, и бесполезно шатающиеся там, нам нужны тут. Также нам нужно оттянуть одну вот эту штукенцию вот сюда и вперед перетащить все то, что массово уничтожает. А массово у нас уничтожает только одна, точнее, ну, несколько штук. Это вот огнемет. Огнемет хорошо у нас несет прямо-таки. Прям вот красавчик.
Красавчик мужчина. Вот, огнемет у нас здесь. Сейчас мы заставим огнемета сюда. Здесь, значит, вот так вот. Немножечко одну, наверное, оттянуть ракетницу на случай войны. И в принципе, наверное, уже можно попробовать. Так. Что еще можно сделать? Мы видели, как там резво нападают танки, и нам нельзя профукивать бум-пушечку. Тоже нам нельзя ни в коем случае профукивать, поэтому мы ее оттянем вот сюда. Вот так вот поставим оружейную нам бесполезную сюда. Сюда снесем. Так, сюда воткнем пулемет, потому что он будет отвлекающим, скажем так, идолом. И, наверное, вот сюда, я думаю, да. Потому что, так, это вот сюда по максимуму оттянем. Огнемет, нужен еще огнемет. Огнемет. Так, нет, на место надо что-то поставить бесполезное. Вот типа пулеметика, который не очень значительно нам поможет, а на место вот здесь поставить так, через один. Так, вроде бы здесь все подпаливают. Так. Ну давайте, наверное, да, вот сюда перекинем. Куда-нибудь. Что нам нужно жестко прикрыть? Жестко нам надо прикрыть. Шоки нам жестко надо прикрыть. Жестко прикрыть шок. Так, ну давайте, погнали. Четвертая волна, погнали. Ну? Замедляем. Мне прям интересно просто посмотреть, как это все будет выглядеть. Жестковато, конечно. Да, вот здесь бы, конечно, что-то глобальное пригодилось. Но после этого всего попрут же остальные пацаны. Вот сейчас эту волну мы должны скосить. Просто должны скосить все, что здесь есть. Если мы успеем, в принципе, если грамотно все поставить и успеть косануть то, что у вас летит первое, то вторая волна будет не такая страшная, потому что вы уже прикончили, скажем так, пацанов, которые шли следующими. Но сейчас пока, то есть, мы не очень справились, потому что надо, наверное, было... Ну ладно, бум-пушки, может быть, как-то перетащить сюда. Все почему-то отвлеклись на этих полтора пацана. Вот просто все. Хотя там бы спокойно вышка сама бы справилась со всеми этими, в общем, проблемами, которые там возникли. Ну, в общем, стоим пока. Если никого больше не будет, то у нас... Ага, не будет. Конечно, сейчас лыжи погладить не будет. Там вон сколько их еще. Так. Ну, я, по-моему, помню, что мы оттянули небольшое количество сил назад. Вот, и прям вообще, как вас много. Здесь, наверное, кстати, пригодился бы, наверное, такой бластер, который прожигает толпу просто тогда бы. А это, она бесполезная для такого количества народа. Они просто идут и все. Вот, просто стадо, огромное стадо идет и ничего не происходит. Мне такое ощущение, что даже некоторые стрельнуть не успевают, а их уже уничтожают. Ну да. Так. Есть еще один план, я вам сейчас его продемонстрирую. Не, ну это все. Это все прям железно все. Все, просто это адское месиво идет. И даже в тот раз, когда было этот лучше. Окей, есть дубль 2. Дубль 2 есть у нас. Я вам сейчас продемонстрирую. Так, и вот есть вот такая вот приколюшка. Я пока готовился, в общем, немножечко сделал что-то такое. Не уверен, что прокатит, потому что специфика войск такова, что их много, но... Ну ладно, давайте попробуем. В принципе, гляньте, даже неплохо получилось. Хотя бы так. Так, друзья, меня прервали, ну, в общем, давайте посмотрим, я вам скажу так. Ну, короче, данная защита лопнула, смешно, но, в общем, так, данная защита лопнула, весь косяк в танках, вообще весь косяк в танках, их, короче, некому здесь тормозить, то есть банально некому тормозить танки, и все.
вот это огромное количество, вот эта огромная масса, которая прет, просто съедает нас. Вообще просто жрет. Все. Это просто, это капец. Ладно. Попробуем немножечко другой вариант. Я же все-таки готовился. Вот, еще, как вариант. Конечно. Вот такой, значит, ну, погнали, что, погнали. Главное, чтобы вот он обстреливал не то, что мне нужно. Чтобы он обстреливал, вот, а он прям вот бьет прям туда, куда надо, скотина. Просто как знает, куда бить. Сейчас вот все грамотно, прямо эти парни туда, куда надо пошли. Их почти добили, почти добили, почти сбили. Давай. Да кого там просто орда? Орда идет, и ничего ее не может остановить, эту орду. Просто ничего вообще. Есть другой вариант, но это мне надо запаузиться. Я запаузюсь. И есть еще один вариант, я вам сейчас его продемонстрирую, но чуть-чуть попозже. Для вас это будет мгновение, а для меня это будет, наверное, минут 15. Сейчас я его сделаю, и если это не поможет, то я уже не знаю, что тогда делать, если честно. Просто еще и почему-то завис у нас интернет. Ну, в общем, на паузу уходим, это прям техническая проблема. Ну, как я и говорил, друзья, для вас это было мгновение, а для меня это был длительный срок. Ну, в общем, ракушечка. На ракушечка просто прыгает. В общем, ну, попробуем. Если... это не поможет. Я не знаю уже тогда, что делать, потому что, ну, мне кажется, я уже испробовал, ну, прям кучу методных методов, которые могут быть. То есть я сейчас пытаюсь загнать их в одно русло, и чтобы они подорвались все на минах. Не факт, что это будет так. В общем, сейчас посмотрим все, как у нас, короче, будет. Вот четвертая волна никак. Все, 4, я вот говорю, стандарт. 4 волны, ну хоть убей. Эх, отскочил пацан. Так, пока вроде бы так, как мы и запланировали, малёха. То есть пацаны, те, которые погнали туда. Сейчас танки очень мешают. Их ничто не берет, кроме вот особо отличившихся, в общем, соединений войск противотанковых. Как бы пока как-то не очень, мне кажется, у нас получается. Я там, в общем, пораскидывал мины, чтобы, в общем, товарищи тормозились и погибали. Но как-то что-то не алло. Вот все в моей этой было неплохо, кроме тех двух мин, которые валяются там просто так. Мы их сейчас перенесем. И, наверное, надо немножечко назад оттянуть что-то. Вот эта штука, она, в принципе, наверное, бесполезна там. Давайте ее оттянем сюда. Плюс давайте вот в надежде, что танки также пойдут по тому же скрипту, по которому они и шли. И здесь, в общем, ракетница вроде бы как-то вот так. Давайте сделаем махаон. В принципе, эта ракетница вообще молчит. Молчит вообще, когда идут танки, она просто молчит. То есть длительное время. Раз. Нужно, чтобы максимум было на одной линии. Просто максимум на одной линии. Ну, давайте попробуем вот так вот для начала. Давайте, все, защищаемся. Пробуем еще раз. Я не сдаюсь. Я все-таки в надежде, что мы как-то все-таки смогем победить подонка. Так, давайте, погнали. Так, сейчас прям вообще почти что идеально они вышли. Я хотел, чтобы все войска ушли на центра, а я бы отвлек с торца, с какого-нибудь из торцов, я бы то избил их. Пока что-то как-то опять нет. Слишком их много, и у меня слишком слабая защита. Ну, друзья, все. Я пробовал как мог, изо всех сил старался. К сожалению, слишком много. Слишком много войск. Я буду продолжать качать защиту, и, возможно, тогда у нас что-то и получится. Сейчас, к сожалению, нет.
загрузим предыдущую базу, загружаем все. В общем, господа, пока на данном этапе Хаммермен как бы нам не алло. Мне, во всяком случае, не знаю, как вам, может быть, у вас там все получше получается. Мне пока не алло. Вы видите, как я перестраивал базу просто и какими-то волнами. Возможно, еще есть один вот есть какой-то шанс, то, что, может быть, нужно сделать ряды. То есть выставить ряд бесполезных зданий. За ним ряд еще бесполезных зданий, а потом выставлять какие-то по мере нарастания какие-то, в общем, орудия. Может быть, попробовать так, как вариант. Ну, давайте я еще вот крайний раз попробую, и все. И все, и попробуем уже тогда, значит, откажемся от этой идеи. В общем, я подумал, что ряды, короче, как бы тоже, наверное, не помогут. Но, во всяком случае, попробуем их в другой раз. Потому что на сегодняшний день, в принципе, и так достаточно мы с вами поснимали, то есть засняли достойное видео. К сожалению, улучшить... А, нет, вот мы можем улучшить бесполезное хранилище. Ну, давайте улучшим, как бы, чтобы ресурс куда-то деть. Бесполезное хранилище статуи улучшим. Заберем стекло. В принципе, наверное, все. Всем спасибо. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Что могу еще сказать? Жду всех на Ютубе. Смотрите меня. И помогаю с реферальной партнеркой. Ребят, не стесняйтесь, обращайтесь. Пишите ВКонтакт. Пишите в комментариях под видео. Обязательно помогу. И от этого за это ничего не прошу. То есть лично вы мне ни копейки не заплатите. В общем, всем спасибо. Кстати, по вопросам рекламы тоже обращайтесь ко мне. Вдруг кто-то что-то надо прорекламировать. Лихо рекламирую. Вообще просто. И еще. Я хочу, ну, запустите линию одежды, это круто. Нет, хочу просто, в общем, для фанатов игры продавать майки. Майки с названием Boom Beach. То есть там будет какая-то картиночка из игры, будет ваш ник, будет у вас, значит, на спине написано Boom Beach. И что-нибудь классное, офигенные картинки, которые есть. Майки будут представлены в белом и черном цвете. Размеры есть. В общем, если есть желающие на данные, в общем, майки, я, в общем, с радостью как бы вот их продам. По цене пока не скажу, но не очень дорого. То есть, скажем так, ну, я думаю, в косарь, может быть, чуть-чуть подороже. И то, это я так приблизительно, потому что не приценивался еще ни к майкам, ни к ко всему, как это сделать. Поэтому, ну, хотя бы давайте отпишите, кто возжелает такую майку, кому она интересна, кто такую хочет. В общем, вы отпишитесь, если как бы нас наберется хотя бы пара человек, там 3-4, 2-1, неважно. И, в общем, тогда я заморочусь и уже туда просто отпишу, что чувак будет, вот стоит столько. Да, нет, и все. Там адрес скидывайте, я как бы никого обманывать не собираюсь. Вот просто отвечаю, потому что если я обману одного из своих подписчиков, он просто отпишется, и остальные уйдут от меня. В общем, всем пока. Даже планшет заблокировался. Жду, в общем, ваших писем с жаждой маек. Всем спасибо, всем пока.